want to see Ukraine remain a sovereign country, a democratic country, able to protect its sovereign territory. We want to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали.